Правда, был тяжелый матч. В первом периоде плохо начали, может быть, где-то нервничали, вот, потому что первая игра, в принципе, начало сезона. Вот. Потом во втором добавили, в принципе, получилось. В третьем забили свои моменты, реализовали. Со стороны, казалось, не хватало эмоций немного в первом периоде. Да нет, в принципе, эмоции были. Я говорю, наоборот, может быть, где-то перенервничали, вот, потому что первый матч, в принципе, ответственность такая. Вот. Ну, я думаю, что эмоции были, сыграли нам для нас плохую шутку. А насколько сложно было сегодня играть против «Адмирала»? Все-таки первая игра сезона перед домашней публикой. Мы не думали об этом, как играть там. У нас есть своя тактика, в принципе, мы месяц ее нарабатывали, то есть, как бы, поэтому «Адмирал» хорошая команда, они много чего нам не дали сделать, то есть, как бы, хорошая была игра. Свою заброшенную шайбу как прокомментируете? Ну, мы отрабатываем это на тренировке, я остался за защитника, то есть, мне дали пас, я бросил, забил. Что комментировать? Повезло.